Сегодня на обзоре вот такая красотень от авто панорамы. Модель у нас идет в коробке со светом, звуком, открываются двери, капот и багажник. Масштаб модели 1:24. Вот так это дело выглядит поближе. Закручена модель четырьмя винтиками. Сейчас откручу. Кстати, где купить и за сколько, сейчас все расскажу. Ну что ж, вот она модель. Реально большая, красивая. На самом деле очень мега крутая. Давайте уберем лишние ненужные нам материалы, да, резиночки, держатель капота. Купил я это дело все на Валберисе, ссылка будет в описании. Цена модели составила 1600 рублей. Ну, вы можете купить дешевле, если попадете на какие-нибудь распродажи, либо еще что-либо. Итак, здесь у нас резиночка держит капот. Так, убираем. И вот так вот выглядит нижняя часть модели. Так, здесь у нас что? Масштаб 1:24, Land Cruiser Prado, сделано в Китае. Отсек для батареек, кнопка, кстати, включения, что немаловажно. Кому-то надоедает, когда он постоянно звучит. Здесь можно выключить, можно включить. Поэтому я сейчас, в принципе, вот эту вот тоже уберу. И выключу звук, и все. И нам ничего не будет пока мешать рассматривать данную модель. Поехали. Передняя часть выглядит вот таким вот. Реально шикарным образом. Посмотрите, какая детализация фар, решетка радиатора. Очень красиво все сделано. Здесь еще поворотные колеса. Вау, это вообще крутяк, посмотрите. Резиновая покрышка даже с небольшими какими-то насечками. Кстати, здесь колеса у нас отдельно друг от друга крутятся, видите, независимые. То есть одно и другое. Вот она подвесочка. Видно ее. Модель довольно-таки тяжеленькая. Задняя часть выглядит вот таким вот образом. Запасное колесо с надписью Prado идет. Land Cruiser Prado, да. Фаркоп есть. Обалдеть. Может быть, еще выпустят нам какой-нибудь прицепик. Представляете, какой-нибудь прицеп в масштабе 1:24. И все это дело собрать вообще крутяк будет. Подножечки есть в серебряном цвете. Салон, кстати, у нас тоже темно-сером цвете сделан. Открываем. Я так понимаю, здесь подвижные сиденья. Да, двигаются, сидушечки двигаются у нас. Автопанорама на высоте. Класс. Радует. Модель получилась прям реально детализированная. И еще эти сиденья, я так понимаю, можно также складывать. Сейчас знаете, что мы с вами сделаем, пока я не забыл? Посмотрим подкапотное пространство. Давайте вот так вот выглядит двигатель у нас. Логотип Toyota там присутствует, да? Ну, детализация прям тоже довольно-таки на высоте. Все закрываем. Дворники сделаны вместе с лобовым стеклом. Люк на крыше, рейлинги присутствуют. И что я хотел сделать? При повороте колес у нас руль стоит на месте. Он, да, не шевелится. Зеркала имеют имитацию зеркала. Можете посмотреться тут, да. Двери открываются без стоек. Сиденье водителя также двигается. Вообще детализация, конечно, супер. Ну, вот так вот выглядит салон. Давайте с этой стороны еще заглянем. Покажу вам. Я так понимаю, здесь никаких инерционных фрикционных механизмов нет. Видите, все круто. И откроем с вами сейчас багажник. И вот здесь я хотел посмотреть. Ух ты, это автомобиль у нас имеет 7 мест, посмотрите. И это, ребята, сидушечка-то тоже складывается. Крутяк. А как ее обратно достать, пока не... А, вот. Смотрите, открываем ящик для инструментов. И, в общем-то, сидушечка поднимается. Детализация крутяк. Вообще. Напишите комментарий, если вам нравятся модели именно с такой детализацией. Мне прям вот нравится, когда двигается сиденье, двигается все. Вот интересно, есть туда доступ? К сожалению, вот эти сиденья не складываются у нас. Но, тем не менее. Опа. Вот так вот еще вам покажу. Ну-ка еще разок.
Да, все просто. Закрываем дверочку. Здесь у нас, кстати, есть сеточка от обледенения, да, от запотевания заднего, так сказать, стекла. Оптика также пластиковая идет здесь. И что еще хотелось бы отметить? Люк у нас не двигается. А как подвинуть сиденье? Вот эти вот, интересно. Не очень мне получается. О, да, 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 получилось. Вот, откидывается, видите, переднее сиденье как. Соответственно, раз и назад. Ну, классная моделька. Вообще здоровская. Получилось прям огонь. Закрываем. Ну что ж, настало время послушать, как звучит данный Land Cruiser, да? На крыше даже выштамповочки есть. Все как у настоящего автомобиля. Поехали. И, наверное, надо сделать, нажать на переднюю часть. Нет, увы, это дело не срабатывает. Открываем дверь. Загорелась у нас передняя оптика, соответственно. А задняя. Так. Сейчас. Так, светится, я так понял, только передняя оптика. И имеется, я так понял, всего лишь два звука. Ну-ка, открываем багажник. Ничего не происходит. В общем, а капот тоже ничего не происходит. При нажатии на колеса также ничего не происходит. В общем, звук у нас срабатывает только лишь на открытии водительской двери и пассажирской. Ну и давайте посмотрим, как у нас светятся фары. И еще светится у нас, по-моему, внутри. Здесь у нас просто срабатывает сигнализация типа того. Но это тоже иммобилайзер, в принципе, тоже такой же. Также срабатывает. Так, хотел, думал, зеркала еще у нас складываются. Нет, зеркала стоят или складываются. Дверные карты, кстати, посмотрите. Тоже очень шикарно сделаны. И хотел посмотреть, что светится у нас в салоне. Подсветочка приборной панели. И с этой стороны, в принципе, то же самое. Посмотрите, все кнопочки, на руле даже все кнопочки есть. Классная моделька. Ребята, я советую вам, если хотите собирать коллекцию, даже в 24-м масштабе, модель, мне кажется, доступная, во-первых, и на полке будет очень смотреться классно и красиво. Ну, а кому поиграть, тоже, я думаю, вполне подойдет. В общем-то, все, вот такой вот, ребят, видос. Если вам понравилось, то что с вас лайкос, пишите комментарии. Все, всем пока и всем самое главное, конечно же, добра.